Willkommen auf unserem Kanal. Alle Serien und Filme sind in der Originalsprache, Russisch. Um Untertitel auf Deutsch zu aktivieren, folgen Sie bitte den folgenden Schritten. Klicken Sie unten rechts auf Einstellungen. Wählen Sie Untertitel aus. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus. Und natürlich vergessen Sie nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Батман Тандзю, ЖТ в сторону Тандзю, и ЖТ назад Тандзю, и Батман ЖТ в сторону, ногу поменяли. Молодцы, вперед, ЖТ в сторону Батман Тандзю, Батман ЖТ, Батман Тандзю, и в сторону закончили поклончик. Молодцы, увидимся в среду. Екатерина Сергеевна, а как вам сегодня мой батман? Очень хорошо. Мах стал выше, и носочек тянешь правильно. Умница, дома занимаешься? Да, занимаюсь по часу, как вы мне показывали. Умничка. Ну, беги домой, делай уроки. Ты что с ними делаешь, гипнотизируешь? Они к тебе в любую погоду готовы бежать. И дисциплина, как в армии. Просто я люблю детей и танцы. Точно так же, как ты петь. Нет, это другое дело. Я 8 лет оттороборила в музыкальной школе. Я обязана любить петь. Кать, ты кое-что забыла. Не нужно все это, Максим Семенович. Так же, как ваших приглашений на ужин. Что так? Не нравятся цветы или нет аппетита? Вы не в моем вкусе. Между нами ничего не будет никогда. Глупенькая. В этом захолустье лучше меня ты все равно никого не найдешь. Я никого не ищу. Катя, что тебе не так? Богатый, в городе всех знает. Ухаживает, вон как красиво. Ты носом крутишь. Марис, твой Гнатенко обычный бандит. Мне неинтересно это. Ну, извините, у нас в городе принцев нет. Спорим, ты посидеешь раньше, чем дождешься? Девушки, простите, пожалуйста. Вы не подскажете? Подскажем, конечно. А, да, то я в вашем городе недавно, не магнать. А откуда приехали? А, из столицы. Ух ты! А мне нужен бизнес-центр центральный. А, Алиса. А, Дима. Очень приятно. А это моя подруга Катя. Дима. Здрасте. Давайте я вас проведу, нам с вами по дороге. Да, спасибо. Да. А, Катя, вы не пойдете? К сожалению, тороплюсь в другую сторону. Пока. А, Алиса. Здрасте. Тебе, как обычно, Катя, вечерние новости из Конворда? Да, вы же знаете, папа привычка не меняет. Передавай ему привет. Обязательно, спасибо. Ли
лицо, по которому необходимо врезать кулаком. Ближайший аналог – лицо просит кирпича. Ну, всегда ведь морда была. А букв сколько? 16. Ой, я таких длинных слов не знаю. Я открою. Вечер добрый. Дмитрий. Как вы узнали, где я живу? Это вам. Тетка вам сказала. Я видел, что вы покупали у меня газеты. Кать, вы разрешите пригласить вас на ужин? Может, вам лучше Алису пригласить? Мне показалось, вы нашли общий язык. Нет, я хочу именно вас. Вы мне очень понравились. Надюш, на ужин? Ну, проходите. Мама его уже приготовила. Мама? Вы меня домой, что ли, приглашаете? А что, вы против? Планировали дружить со мной исключительно наедине? Нет, нет, что вы, просто домой сразу, так неожиданно. Ну, спасибо. Вы очень гостеприимны. Вот это она в Берлине стажировку выиграла. В этой... Пинебауш, папа, это ее стиль. Ну, да. Я обожаю ее постановки. «Гвоздики» смотрел 3 раза. А вот это выпускной в институте с красным дипломом. Да, удивительно, конечно, что в таком маленьком городе выросла такая одаренная девушка. Вы, наверное, на Катю всю жизнь положили. Ну, детей нужно в строгости держать. Я всем это говорил. Пап, ну все, хватит обо мне. Дмитрий, расскажите, вы к нам надолго приехали? Да пока не знаю. Хотел вот бизнес начать. Как успех? Ну, честно говоря, пока не очень. Люди у вас консервативные, не хотят в новые направления вкладываться. Да, у нас... Вот такое, одни охламоны. Так иногда и хочется припечатать. Типа бакфайфингизикт. Секундочку. Это слово такое немецкое, оно даже вроде непереводимое. Очень вкусно, спасибо. Здоровья. Сергей Романович, Раиса Ивановна, а вы не будете возражать, если я Катю в ресторан приглашу? Ну, что, пригласи, конечно. Ты парень серьезный, воспитанный. Духовка, мать. Извините. Кать, первый раз вижу, чтобы у человека было столько наград. А можно с вами сфотографироваться? Все, мне пора. Алиса ждет. Еще минуточку. Алиса твоя подождет. Вы лучше подруги. Лучше. За 2 недели пару раз виделись. Да, привет. Почему сбежал? Бизнес в энергодаре поднимаю. Да верну я долг, верну. Я просто все деньги сейчас вложил. Все, прости, не могу больше говорить. Привет. 100 лет тебя не видела. Ну да. Со мной же не так интересно, наверное. Ух ты,
Тебе новое платье? Даня шила? Нет. В интернете заказывала. Из Франции. Из Франции? Мы как раз с Димой туда собираемся поехать летом. Ну, так, на пару месяцев. А ты сказок про Европу наслушалась и растаяла, да? Нет. Не растаяла. Чего так? Что даже Дима для тебя недостаточно хорош. Он меня и без этого любит. Что за вопрос? Прости, я просто устала. А, нет, правда, я программу новую готовлю, и поэтому постоянно на нервах. Прости. Тогда не буду тебе мешать. Пока. Алло, Марин, привет, дорогая. Не в службу, а в дружбу. Подскажи, пожалуйста, в каком номере остановился приезжий из столицы? Пап, я все верну. Завтра заключаю договор с инвесторами и все, запускаемся. Это только на первое время. Мне звонил Денис. Помнишь такого? Ты год назад занял у него 500 тысяч на месяц. Так я ему собирался отдать. Но он же неадекват, он какие-то проценты требует, пап. Я вернул ему твой долг и больше денег тебе не дам. И по долгам платить не стану. Живи, как умеешь. Пап, послушай, я прошу тебя... Ты что здесь делаешь? Концерта сегодня нет. Я тебе звоню, ты не отвечаешь. Вот, решила посмотреть, как ты. Судя по лицу, дела не очень, да? День тяжелый. Тебе-то что? А может, я смогу как-то поднять тебе настроение? У тебя что, базорексия? Это слово означает непреодолимое желание поцелуя. Ничего, что я с твоей подругой встречаюсь. Тогда здесь должна была бы быть она, а ее нет. Есть я. Я буду здесь столько, сколько ты пожелаешь. Привет. Да правду говорят, что у тебя хахаль столичный появился. Не ваше дело. Значит, не врут в городе. Но ты у меня еще пожалеешь, что мне отказала. Угрожаете? Я сейчас милицию вызову. А хахаль что, без милиции разобраться не может? Кишка тонка. Он порядочный человек, в отличие от вас. И он меня любит. Любит. Мы еще поглядим, как он любит. Значит, с Катей. Все. Ну, что ты начала? Все же хорошо было.
я тебе тогда зачем? Только потому, что Катька не спит с тобой, а душу, ну, нашел, да? Это именно то, что мне сейчас было нужно. А Катя, она... Катя, она другая. В ее глазах люди лучше, чем есть на самом деле. И я тоже. Дима, это все очень плохо закончится. Очень-очень. Может быть, ты выберешь кого-то из нас? Так, тебе пора. Вот как? Хорошо. Ты не боишься, что по дороге домой я зайду к Кате? Расскажу ей все, что здесь было. Давай. Но по дороге домой ты подумай о дружбе с Катей. Думаешь, она тебя простит? И потом, город у вас маленький. Представляешь, что будут о тебе говорить? Пришла к мужчине в номер, накинулась на него. Я был уверен, что ты примешь правильное решение. Возьми деньги на такси. Дима, я тебе не шлюха. А кто ты? Привет. Ты меня ждешь? Мне еще полчаса занятий. А, не спеши. У меня как раз сейчас встреча с инвестором. Жду тебя в ресторане, что рядом с гостиницей. Я обязательно приду. Буду ждать. Продолжаем. Молодцы. Вы с ума сошли? Я никогда не пойду на эти условия. Как хотите. Только будет либо по-моему, либо никак. Без моего слова здесь с вами никто работать не будет. Дим. Привет. А что он здесь делает? Ты знаешь, кто это? Потенциальный инвестор. Я тебя прошу, не связывайся с ним. Это бандит. У тебя неприятности? Сложности. Проект буксует, и инвесторы недовольны, требуют денег. Не важно. Бедненький. Какая же ты красивая. У меня ощущение, что я знаю тебя всю жизнь. Слушай, мы же с тобой уже несколько недель встречаемся. Есть повод отметить. Поехали ко мне. Не волнуйся, я позвоню твоим родителям, скажу, что я люблю тебя и что я хочу быть с тобой. Ты
уверен, что ты этого хочешь? Да, просто... У меня еще ни с кем никогда такого не было. Все будет хорошо. Ночь ты запомнила навсегда. Пордобрав вниз. Раз, два, назад. Три, четыре. Раз. В сторону. И влево. Маш, Соня, что такое? Сосредоточьтесь, пожалуйста. Давайте еще раз. И вперед, и назад, и вправо, и влево. Все, давайте заканчиваем. Поклон, пожалуйста. Спасибо большое. До следующего раза. Будьте повнимательнее. Алис, привет. Привет. Не хочу встретиться. Чаю попить, поболтать. Ты чего, веселая такая? А у меня есть новость. Да, знаю я про твою новость. Видела. Сейчас и тебе ссылочку пришлю. Я хочу, чтобы эту ночь ты запомнила навсегда. Это что? Я не знаю, Катюш. Видимо, нас сняли на скрытую камеру. Я разберусь во всем. Мне это видео прислала Алиса. Я боюсь подумать, сколько народу его уже видели. Это в нашем городке. На меня все будут показывать пальцем. Катюш, послушай, я найду хакеров, они удалят это видео из сети. Я была в милиции, написала заявление. Пусть они найдут того, кто это сделал. Катя, успокойся, успокойся. Зачем нам милиция? Мы сами во всем разберемся. Я не могу успокоиться. Меня выставили на показ, самое личное. Добрый день. Екатерина Сергеевна, добрый день. На минуточку. Отдайте, пожалуйста, ключи от зала. Почему? У меня же занятие через полчаса с девочками. Екатерина Сергеевна, вы отстранены от занятий. Это требование родителей ваших учеников. Они считают, что ваше поведение несовместимо с должностью педагога. Мое поведение? Видео. С вами и с мужчиной. Это было снято незаконно. Я написала заявление в милицию. Вы же не маленькая. Вы понимаете, что это такое? А что? Другие девушки в нашем городе не спят с молодыми людьми? Простите, но мы их не видим во всех подробностях. В общем, так. Милиция, когда во всем разберется, мы вас восстановим. А пока сейчас ключи дайте, пожалуйста. Мы проверили записи с камер наблюдения в гостинице. Опросили персонал. Скрытую камеру в вашем номере установить не могли. Как не могли? Понимаете, постояльцев в этом люксе до Дмитрия Брыкина не было больше месяца. Перед вашим приходом горничная все убрала. Кстати, горничную мы проверили, она вне подозрений. Никаких следов скрытой камеры мы не обнаружили. Откуда тогда могла взяться эта запись? Эксперты провели анализ записи.
Оценили ракурс съемки, технические параметры. Вот, посмотрите. Устройство, на которое было записано это видео, было установлено на комоде напротив кровати. Может быть, там был только телефон Димы. Он бы такого не сделал. У нас есть протокол опроса Дмитрия Брыкина. Вот, пожалуйста. Хотелось, чтобы ты ночь вдвоем осталась в памяти. Видео в сети интернет вы разместили? Да нет, конечно. Зачем мне это нужно? Видимо, мой телефон взломали и как-то там через Bluetooth все это скачали. Я даже не знаю, кто это мог сделать. Это неправда. Я не просила это делать. Хорошо. Есть показания свидетеля. Вот. Вот, пожалуйста. Начальник. Я их случайно в кабаке встретил. Ну, кое-что краем уха и зацепил. Но когда видео всплыло, тут у меня вся картинка и сложилась. Что именно вы слышали? Ну, как это... Вавилова говорила Брыкину, что у нее большие планы на этот вечер. Он еще переспросил, говорит, ты точно, говорит, этого хочешь? А она закивала, говорит, да, говорит, хочу, чтобы память об этой ночи осталась у меня навсегда. Екатерина Сергеевна, ну что, будем забирать заявление? Это с какой-то стати? Вы сами просили сделать эту запись в присутствии свидетеля. Таким образом, нам нечего предъявить Брыкину ДО. Я не просила делать эту запись. Тем более, я не просила выкладывать ее в сеть. Ищите того, кто украл у Димы эту запись. Это ваша работа. Хорошо. Я буду делать свою работу. И начну с возбуждения уголовного дела. Против вас, Катерина Сергеевна. Меня? Да. У меня есть основания полагать, что вы были в курсе видеозаписи с вашим участием. Таким образом, я могу квалифицировать ваше заявление как попытку дачи заведомо ложных показаний. Ну, кроме того... Никто не отменял статью за распространение порнографии. Екатерина Сергеевна, я по-человечески вам очень сочувствую. Но вы поймите, это не кино. Никто за 3 минуты этого хакера не найдет. Это тупиковое дело. Понимаете? Какие бумаги надо подписать? Вот, пожалуйста. Немедленно пойти в милицию и сказать им правду. Я не просила записывать меня на видео. Вы не могли этого слышать. А если я не пойду, то что? Вы соврали. Теперь каждый в городе на меня пальцем показывает. Катенька, все в этой жизни имеет свою цену. Твой любимый Дима так хотел видеть мои деньги в своем бизнесе, что был вынужден снять это видео. Дима. Из-за денег. Ну как? Все очень просто. Он не знал, что ролик попадет в сеть. Он приходил тут ко мне, психовал, махал руками. Но как только получил бабло, тут же успокоился.
А вам это зачем? Ну, ты же не захотел со мной встречаться. Отшила. Не подпустила, так сказать, на расстоянии вытянутой руки. Думала, я это прощу и забуду. Со мной так не бывает. Поэтому теперь тебя знает весь город. Каждый прыщавый подросток представляет тебя рядом с собой. Гадко. Повелась на фраера заезжего. Теперь будешь разборчивей в связях. Я вам не верю. Дима не мог так поступить. Он меня любит. Да видел я, как он тебя любит. Хочешь, иди сама посмотри. Кать. Кать, да все у тебя будет в порядке. И работу ты новую найдешь. И сплетники наши рты позакрывают, и все у тебя будет хорошо, слышишь? Как люди могут так поступать? Как? Я не могу поверить, что Дима мог такое сделать. Ты перед тем, как с ним в постель ложиться, ты тоже, может быть, узнала бы его получше, например. Например, как? Детектива нанять? Да, хоть бы и так. Ты же, Кать, со своей любовью вообще ничего не видела. Зато мои мужики вон какие вились. Я только мечтаю о таких. Мужики — это Игнатина? Я тебе говорила, не надо его бросать. Строила себе принцессу правильную. Да выбиралась. Не надо меня провожать. Сама дорогу найду. Этому! Меня обманули. Я ничего не хочу знать. Ты сама в койку прыгнула. Тебя туда никто не тащил. Хотела ночь запомнить, шалава! Сядь! Шалаву воспитала. Чем ты мне не веришь? Я же твоя дочь. Ты мне больше не дочь. Я здесь чужая. Ну, отец злится. Он остынет, отойдет. Я с ним поговорю. Ну, ты же знаешь, какой у него характер. Да. Знаю. Береги себя, доченька. Ну, вот. Мама. Возьми, возьми на первое время. Прости меня, доченька.
Дима, нам нужно увидеться. Дима, алло. Приезжай в гостиницу. Хорошо. Давай уедем отсюда. Я так больше не могу. Не получится уехать. Я как раз сейчас договорился по поводу бизнеса. На полгода минимум. Выгодное партнерство. Партнерство? С Игнатенко? Да, с ним. Так ты... меня ему продал. Катя. Значит, все твои слова были ложью. Все признания в любви и наши мечты о будущем — вранье. Какое же ты ничтожество. Ты же никогда меня не любил. Любил. Любил, Катя. Ну, пойми, мой проект буксует. Инвесторы требуют денег, угрожают. Ну, не думал я, что Игнатенко опубликует это видео. А ты думал, он у себя его будет хранить? У меня не было другого выбора. Выбор есть всегда. В наших с тобой отношений нет будущего. Я не могу жить с женщиной, которую каждый житель этого города рассмотрел во всех ракурсах. Катя, уезжай, я прошу тебя, уезжай. Это ж ты разрушил мою жизнь. И теперь обвиняешь меня. Почему я должна бежать? Я дам тебе денег на дорогу. Знаешь, я абсолютно уверена, что ты заранее знал, что передашь это видео Игнатенко. Я даже не знаю, кто из вас большая мразь. Вот ваш билет в столицу. Отправление 5:30 утра. Спасибо. Девушка, я же просил горячее, а вы его даже в микроволновке не подогрели. Простите, пожалуйста, наверное, на кухне ошиблись, я сейчас все исправлю. Ну что, с днем рождения! Ура! Да что вы говорите, а я требую аванс за квартиру, которую вы вдруг передумали сдавать. Мне ночью куда деться? Я к вам с полицией приеду, честное слово. Привет. Привет. А ты откуда здесь? Да я вот в столицу по делам приехала. Квартиру сняла, деньги заплатила, а хозяйка в последний момент передумала, куда ночью деться. Ну что ж ты так? Я маме твоей звонила, а она адрес дала. Примешь? Двоих.
Мам, я замерз уже. А это та тетя, которую мы так долго ждали? Да, мой хороший. Мой сын Гриша. Мы вдвоем приехали, вдвоем на улице остались. Ну вот. Не хоромы, конечно, но поместимся. А где мы с мамой спать будем? А вот на этом диване и будете. Он раскладывается. А мы все на нем поместимся? Крис, не приставай к взрослым. Пойдем, покажу тебе ванну, кухню и будем ужинать. Тебе нравится. Отлично. Оставайся там совсем. Я не могу. Мы с мамой на несколько дней переехали. У нее здесь какое-то очень важное дело, которое изменит всю нашу жизнь. Ой, я сегодня вам звонила. Когда? Завтра уже сделаете. А сколько это будет стоить? Да, мне подходит. Котлеты любишь? Терпеть не могу. У них лука много. А в моих нет лука совсем. Давай посоревнуемся. Кто первый съест ужин, получит десерт. Договорились. Гришкин отец меня бросил, а я даже не знала, что залетела от него. С Жориком тоже полгода назад разошлись. С Жориком? Муж мой. Гражданский. 5 лет прожили, не сошлись. Кать, прости меня, пожалуйста, за то, что я тогда вот это вот все типа, мол, думать надо было. Я дура была, не понимала. Забудь. Я уже давно всех простила. А я вот думаю в столицу перебираться, потому что с работой в нашем городе совсем не очень. И отца хочу Гришкиного найти. Он у вас тут в столице живет. Пусть алименты платит. Я вон и так уже 7-й год. Малого на себе тяну, ему в школу скоро идти. Ну да. А кто отец Гриша? Козел. А ты-то как? У тебя есть кто? Работа. Дом, работа. Вот кто у меня есть. Кать, ты серьезно? Красотка такая, я не знаю. Да ты вон для любого олигарха возьми, окрутишь, жить будешь. Кать. Уже окрутила один раз, мне на всю жизнь хватило. Теперь вот тарелки таскаю на кухню, с кухни и улыбаюсь бесконечно. Квартира съемная, клад маленький, зато процент за обслуживание. А Игнатенко вон тоже в столицу перебрался. 2 года, наверное, уже как. Только в городе у нас все равно имеет власть. Ой, прости. Кать, прости, я уже реально не понимаю, что я несу просто. Да. Слушай, ты завтра с малым, с моим днем посидеть сможешь? Очень надо срочно сделать дело. Мы, в принципе, за него только сюда и приехали. Не беспокойся. У меня выходной завтра, я погуляю с ним. Спасибо. Да, мы на аллее с фонариками. Давай. Нашел. Ну, теперь твоя очередь прятаться, я считаю. 1, 2, 3, 4, 5. Я иду искать. Как вы тут? Привет.
Отлично. Спасибо большое, что согласилась с моим хламоном погулять. Ты как? Все сделала, что хотела? Я была у частного детектива. Он дал мне адрес Гришиного папаши. Он где-то в загородном доме живет. И я хочу туда смотаться очень быстро и сразу обратно. Не беспокойся. У меня выходной, могу с ним гулять хоть до утра. Ты как, может, сначала позвонишь? Увы, номер телефона найти не удалось. Но это же надежнее знать, где он живет. Наверное. Гришу с собой возьмешь, позвать его? Не думаю, что встреча будет радостной. Эй, чего вы меня не ищете? Беги сюда. Опа! Смотри, что я тебе купила. Спасибо, что выручаешь. Скоро все решится. Малыш, мне нужно ненадолго кое-куда уехать. Посидишь с теткой Катей? А когда ты вернешься? Скоро. Очень-очень скоро. Ну что, пойдем перекусим?